Сегодня я вам покажу виджет, который можно использовать непосредственно в движке, а не во время игры. Значит, данный виджет предназначен для быстрых переключений настроек. Допустим, вот у нас сейчас HiQ с использованием рейтрейсинга. Можно, допустим, выключить рейтрейсинг и переключиться на screen capture. И, допустим, можно отключить Ray Tracing, включу и так, и выключу Ray Tracing текстуры. Вот. И вам можно перейти в Interactive и использовать настроечки для VR. Как делаются такие виджеты? Значит, вот сам виджет. Ссылочка на его скачивание будет в комментах к видео. Как его запускать? Run виджет. Вот он запустился. А если дважды на него нажать, то мы попадем в его интерфейс, и в самом графе у нас при нажатии на кнопочку просто отрабатываются разные команды. Команды я вам эти рассказывать не буду. Скачайте виджет, посмотрите. Все очень просто. Виджет заливается в любую папочку и запускается просто с любого места.